Смотри, какая ящеричка. А вот тут вот, где она? О, это поменьше, да? Смотри. А вот это, смотри, высматривает. Ну, давай еще увеличим ее. Слушай, ну вот только что буквально эта ящеричка кушала, да? Муравьев, что ли? А чем она питается? Рядом муравейник. Вот. А ну? Она что-то кушала только что. Ну, такая большая эта ящерица. Выжидает. Да? Замерла. Выжидает. Чего ждешь? Ой, смотри, это... Слушай, греется. Интересно, это особь женского пола или мужского пола? Кстати, здесь вот дрова. Они, видать, там где-то устроили себе гнездо, да? И прячутся в дровах. И это, наверное, семейка. Вон и она. Это она, интересно ли он? Как у них определить? Мне кажется, по хвосту как-то. Или нет? То у них хвосты одинаковые. И хвост темного цвета. А сама ящерка зеленого. Но это уже взрослые ящерки, да? Они такие большие. О! Ползает. А ну куда? Уползла. Все нету. Погрелась. Подумала, подумала. И уползла. Смотрите, вот. Смотрите, сейчас она будет. Уже кушает, да? Вылезла. Слушай, у нее какой-то, вот, мне кажется, животик есть, да? Опа, опа. Смотрите. Но... Даже не бояться. Да. Но если мы мимо пройдем, наверное, начнут бояться, да? Хотя они же нас думаю, видят. Да, убегут. Они же нас видят, если мы будем делать резкие движения. Но мы примерно на сколько? Полметра вот от этой ящерки, мы полметра, и она нас не боится. А вот вторая ящерка, которая там вот на земле, ну где-то метр от нее, да? А та, смотри, высматривает. Чего высматриваешь? Она спряталась в зелени. А, она думает, что она спряталась. Она, если с той стороны смотреть, да, то она спряталась. А если с этой? Ой, да, весна, все, ящерки выходят. На охоту. Полакомиться. Смотрит. Что, покормить ее чем? Она уже наелась, видимо, два муравья съела. Ну да, она кушает муравьев, оказывается. Да? Ну все, не будем мешать. Да, давай.